Здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию, очень интересную монету. Я знаю, что среди моих подписчиков есть любители кошек. Я тоже очень большая любительница кошек, и поэтому я решила приобрести для себя такую монету. Монету печатал Варшавский монетный двор. На реверсе этой монеты изображена британская короткошерстная кошка. И здесь даже изображен тот цвет, который она имеет в реале. На заднем плане силуэт кошки. Также на заднем плане мы видим лучшую игрушку кошек – это клубок шерсти. И вокруг монеты отпечатки лапок кошки. Глаза у кошки выполнены из кристаллов Сваровски. Видно, когда я ее двигаю, видно, как блестят эти как будто живые глаза. На реверсе монеты изображена Елизавета II. Островное государство Ньюэ-Айленд, который находится в содружестве с Новой Зеландией, поэтому номинал здесь 1 доллар Новозеландии, новозеландский. Год выпуска 2014. Тираж монеты 1500 штук. Вес монеты 17,5 грамм. Диаметр 38,6. Довольно-таки крупненькая при таком весе. Качество пруф. Чистота серебра 3/9. Вот такая кошечка, симпатюлечка. К ней прилагается сертификат. Сертификат. На сертификате есть защитная монограмма. Вот. Также на аверсе, вот здесь справа от шеи, метка Варшавского монетного двора, две буквы, MW. Коробочка с магнитным замком, еще упакована в картонную коробочку. Вообще, в этой серии я нашла еще в 2015 году она выпускалась. Всего я нашла 9 монет. Конечно, они дороговаты. Покупала я эту монету за 89 долларов при таком весе. Это дороговато, но очень я люблю кошек. И уж очень она симпатичная, эта кошка. Да, серия называется «Лучшие друзья людей – кошки». The man's best friend – cat. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте писать комменты. Еще раз спасибо.